сегодняшнем видео мы расскажем об известных мужчинах, воспитывающих детей без матери. В декабре 2016 года сеть взорвала неожиданная новость. У Сергея Лазарева есть сын Никита. Раскрывать подробности о матери певец отказался. Однако в эфире шоу «Секрет на миллион» Филипп Киркоров рассказал, что сына Лазареву родила суррогатная мать. Кроме того, Киркоров не скрывает, что и сам прибегнул к услугам суррогатной матери. По словам артиста, таким образом он обезопасил себя, детей и имущество от претензий в случае возможных в перспективе бракоразводных процессов. Сегодня Филипп воспитывает дочь Аллу Викторию и сына Мартина. Голливудский актер Николас Кейдж сам вырастил сына Вестона. Актер остался с ребенком один, когда был совсем еще молод, но ему удалось воспитать в мальчике творческий потенциал. Раньше Вестон играл в блэк-метал-группе, а недавно начал строить карьеру в кино. Дмитрий Шепелев стал отцом-одиночкой при трагических обстоятельствах. В 2015 году от рака скончалась его супруга Жанна Фриске. После смерти их сын Платон живет с отцом. За свою жизнь популярный актер Аль Пачино ни разу не вступал в законный брак. Несмотря на это, он многодетный отец. У звезды трое детей. Чтобы больше общаться с детьми, актер пытается подстраивать под них свой график. С момента появления на свет сына Сергея Зверева и до сих пор осталось много тайн. Как гласит официальная версия, мать Сергея Зверева-младшего погибла в ДТП. Стилист сам воспитал ребенка. Когда юноша вырос, он выбрал простую жизнь, переехал в подмосковную Коломну и работает в отеле, живя на среднюю зарплату. У Колина Фаррелла двое сыновей от двух браков, и воспитывает их актер сам. Невзирая на все трудности, с которыми сталкивается звезда в общении с детьми, Фаррелл уверен, что отцовство – главное событие его жизни. А кого из знаменитых отцов-одиночек знаете вы? Делитесь в комментариях. А также ставьте лайк, если вам понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.